В этом году среди российских городов Анапа занимает первое место в номинации «Лучшее место для отдыха с детьми». Такую награду наш город получает уже второй год подряд. Без сомнений, заслуженно. В прошедшем сезоне на нашем курорте отдохнуло рекордное количество ребят – 1 200 000. Награда победителям ежегодно вручается в рамках выставки «Путешествие и туризм», которая собирает ведущих представителей турбизнеса из разных стран мира. В конкурсе приняли участие более 1100 кандидатов. По результатам голосования были названы победители в 72 номинациях.